Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришла посылочка мне с Барнаула от Олега Федотова с модельного клуба «Пластмастер». Посылочка мне пришла через интернет-магазин «Модел Стенд», за что огромное спасибо данному магазину. И сейчас вскроем посылку и посмотрим, что в ней. Предварительно я распаковал, разрезал пакет, чтобы сильно долго не возиться с его распаковкой. Ну, посмотрим, что в посылке. Плотно уложено. Вот так. Лист полистирола, размер 0,8 миллиметров, глянцевый. Это Олег прислал пластик. У них сейчас новинка. Пластик. Как раз для каких-то переделок. Очень нужная, хорошая вещь. Отлично. Так, теперь такие вот коробочки. Но здесь не счетчики, конечно же, а что-то для моделизма. Так, в первой коробочке имитация растительности. Лето номер 7. Комбинированная. Кочки травы 3 миллиметра. Точно такой же набор. Кочки трава 10 миллиметров. Темно-зеленая. Наборы для диорам. Это тоже новинка. Потом посмотрим все отдельно. Сделаю обзоры на эти новинки. Так, во второй коробочке такие вот малярные скотчи. Выпускает их фирма Tessa. Фирма Tessa, я так понимаю, партнер у Пластмастера. Тоже в сети читал. Очень хорошие скотчи для масок. У них разная цветовая гамма. И вроде бы они отличаются по клейкости и по плотности. Так, что здесь? Имитация деревьев. Вот такой вот набор. Осень. В наборе вот лежит баночка. Маска для стекла. Кстати, это тоже новинка. Маска для прозрачных деталей. И вот такой набор. Есть цветной поролон, измельченный, покрашенный. И деревья с кустиками. Отлично. Отлично. Все сейчас уложим, как и было. И вскроем третью коробочку. Здесь вскрывается. Так. Ага. Вот так все прикольно запаковано.
И здесь еще набор для диорамы. Грунт и растительность. Угу. Так, также вот кочки, трава, ранняя весна, мелкие. Я думаю, наверное, можно и на бронетехнику их сделать. Так. Это клей для фототравления. Тоже клей для фототравления под маркой Tessa. Тоже клей на липкой основе для фототравления. И маска для стекла. Ну, вот, как видите, такая посылочка. Все это новинки, приятно. За что отдельная благодарность Олегу. Большое спасибо, Олег. Все попробуем, все испытаем. И сделаю подробный обзор на данную продукцию. Посмотрим более детально на кочки. Все в одном обзоре сделаю. Набор для диорам. Так что ждите следующую часть. В ней посмотрим, кому интересно, и расскажу. Также спасибо, друзья, что смотрите мои видео. Спасибо за комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь, чтобы следить за выходом следующих частей, следующих видео. Спасибо, друзья. Всех благ вам и вашим близким.